Надо пересмотреть закон. И, скажем, с 1 января 2015 года, когда срок полномочий истекает действующего Башкана, будет новый Башкан, он должен быть президентом Гагаузии, должен быть правительство Гагаузии и парламент Гагаузии. И все управления должны называться, не главное управление, должны называться министерствами. К примеру, Министерство здравоохранения Гагаузской автономии. Пожалуйста, Гагаузири. Если мы вносим изменения, пожалуйста, это наши предложения, мы предлагаем. Вы предлагаете все ликвидировать, а мы предлагаем 10 раз больше расширить полномочия. Во всем мире все автономии раз 10-15 лет во всем мире, они получают дополнительные полномочия. Вот возьмите, проанализируйте, у господина Сарова есть очень хорошие исследования по этому поводу. Каждые 10-15 лет все автономии, которые существуют в мире, они получают от центра дополнительные полномочия. Сама Европа, Европа регионов, они передают полномочия регионам, передают финансы регионам, передают ответственность регионам. В Молдове, наоборот, все хотят создать один молдавский район большой.